пробитие есть у Оби-Вана. 3 пробития, 91 пробитие. Что тут сказать, все очень плохо. У команды LoL Team все намного лучше. 7-ка, 11 попаданий, из них 10 пробитий. 2,5 барабана 7-ка смог отдать соперника. Упс, 5 пробитий. У Павлика 6, 6 есть также у Буратино, Фаната 4, при этом он играл на сотке, там Фанат особо даже ничего не пострелял, потому что остальные сделали все заранее. Ну и посмотрим также, конечно, общую статистику, быстренько, так, кто у нас был лучший. Так, что мы видим? Джинкс 5500, в принципе, для такого большого, в принципе, стоялого, довольно-таки неплохой урон. Да, Буратино 5400, также недалеко от него убежал. Так что мы видим, что, в принципе, ровно шли команды. Я думаю, будет меньше 5000 здесь максимум. Не, ну, максимум меньше 5000. Стреляли, на самом деле, ребята. Даже больше 1000 было, все неплохо даже. Вот, Фузбол, Фанат Киберспорта, вот, тоже очень все плотно идут. 7-ка, который просто мастер Ванги был в этот раз. И Фраги. Больше всего фрагов. Павлик и Фанат Киберспорта. Вот, это была закономерно. Да, да, мы их очень часто отмечали в боях, они очень неплохо играли. И, конечно, эффективность. Павлик у нас был лучше, за ним следует Никита, Биван, Фанат, Буратино и Джинкс. В принципе, вроде бы через одного, через два парня шли, но LoL Team в этом бою были намного сильнее. Мы это увидели, они это доказали, все очень хорошо. И поздравляем еще раз команду LoL Team. Мы уходим, наверное, на небольшую паузу. Сейчас это будет около 20 минут, после чего мы возвращаемся со следующей парой команд. Это будет Amazing Gaming против Synergy. Чуть-чуть попозже. Оставайтесь с нами, небольшая рекламная пауза, немного музыки, и мы возвращаемся.